меня, наверное, Новый год уже, так как я вырос, так сказать, из того состояния, когда Новый год для тебя – это такой большой праздник и предвкушение. Сейчас это для меня понятно, что праздник. На данный момент для меня это больше праздник устроить своей семье, своему ребенку. Вот, потому что, наверное, для них в первую очередь это такое что-то, это какая-то ночь волшебства и каких-то чудес. Вот. Для меня это такой хороший повод собраться всей семьей за большим столом. И не так часто это удается делать, поэтому для нас Новый год – это такой семейный праздник. Ну, так, чтобы папа одевался Дед Морозом, не помню. Но Дед Мороз приходил, по-моему, были у нас переодетые соседи. Это такое, хорошие такие домашние посиделки. Для детей, опять же, это какая-то ночь волшебства, ожидание потом салюта, праздничных каких-то подарков. Это, естественно, это самое главное. Вот. Но, конечно же, оливье, мандарины, все как у всех. Родители делали такую уловку, чтобы написал Деду Морозу письмо, а потом получить именно тот подарок, который я заказал Деду Морозу. Я думаю, что в дальнейшем мы будем с Кириллом поступать таким же образом. Но это хорошая традиция, это, мне кажется, интересно детям до определенного, конечно, возраста, но тем не менее нужно верить в чудеса, тем более в младенчестве. Я бы попросил чемпионство Евролиги все равно. Пока что все. Пока что. И это лично моя мечта.